торжества и стали прообразом современного дня города. Митрополит Московский Филарет отслужил молебен во славу града Москвы в чудовом монастыре Кремля. После церковной службы звонили в колокола Ивана Великого. Во всех храмах столицы происходили такие же молебны, а вечером весь центр Москвы был украшен праздничной иллюминацией. Московский Кремль со стороны Красной площади был освещен огнями. Полтора века прошло с тех пор. Изменился мир, в котором мы живем, поменялись люди. По-другому отмечают сегодня и день города, но традиции, заложенные нашими предками, сохраняются и возрождаются, в том числе и традиции бережного, заботливого отношения к природе, к ее несметным богатствам. Начиная с 1997 года, по инициативе руководства Москвы, когда проходили торжества по случаю 850-го дня рождения столицы, традиция отмечать День города была установлена заново. И теперь, как вы все знаете, его празднуют в Москве ежегодно. Утро растревожено. Бом-бом-бом. Слышен птичий гвалт. Бом-бом-бом. Спешите в храмы Божие. Бом-бом-бом. Пока еще звонят. Русь святая зовет. Звон плывет, как старь. Русь святая живет, пока звонит звонарь.
Итак, ваши аплодисменты. Номинантка конкурса «Золотой голос России», официальный партнер дома русской одежды. Фантастическая, неповторимая Дарья Аверьянова. Ваши аплодисменты. Браво! Спасибо.
доложуся. Дорогие москвичи, а мы вам дарим еще одну прекрасную песню. Я приехал.
аплодисменты, друзья, дом русской одежды с коллекцией «Красная Москва» и неповторимая Дарья Аверьянова. И спасибо, конечно же, создателю этих прекрасных костюмов, этой замечательной коллекции, Валентине Аверьяновой. Аплодисменты! Аплодисменты!